Официальное название улицы – Карла Маркса, но адлерцы ее называют не иначе, как Аллеей Славы. Здесь расположены стелы, на которых описаны истории и подвиги героев Советского Союза. Среди них и соченец Мартирос Нагулян. Родился он в Верхней Хобзе, а погиб в Польше. Командир штурмового авиаполка за проявленное мужество и отвагу был награжден 2 орденами Красного Знамени – орденом Отечественной войны 2 степени и орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Также именем Мартироса Нагуляна названа улица в Адлерском районе. Цветы к стеле героя сегодня возложила и его внучка. Как говорят, его однополчане был очень хорошим человеком. И мы им гордимся, конечно же. Очень рады, что в нашем роду есть человек, который смог для Родины, для нашей, для всего народа сделать столько всего хорошего. Погиб он в Польше над селом Древница. Участие в митинге приняли юнармейцы, а это воспитанники сразу нескольких школ города. Я очень горжусь, что в нашем городе есть аллея героев, где мы можем почтить их память, ведь они совершили большой подвиг ради чистого неба над головой. Мы с моими друзьями-юнармейцами пришли на аллею славы, чтобы возложить цветы на стеллы. Я очень рада, что на нашей родине есть такие люди, которые защищают нашу страну. Возложить цветы к стелам героев пришли десятки горожан. Поздравил жителей района с Днем Героев Отечества глава Адлерского района.